Всем привет! Мы решили сегодня сходить в Берендеево царство. Первый спуск мы спустились. Стоим над рекой на навесном мосту. Подвесном мосту. Я весной была уже здесь, но вот мы решили все-таки еще с близкими сходить посмотреть. Объект здесь закрыт. Ответственность за нас никто не несет. На свой страх и риск, как говорится. Прошли по мосту. Теперь пойдем сейчас на водопады подниматься. Ручей Лель. Вот он, первый водопад. Открывается. Мы будем подниматься. Водопад Купава. Можно. Вот так, водопад за водопадом будем подниматься. И под нами, смотри, как безымянный. Мостик Мизгиря. Вон еще выше пойдем сейчас. День какой солнечный сегодня. Вот еще одна там тропа есть, но не знаю, куда она там ведет. Мы вот по этой тропе. Мимо водопадов. Ну, здесь прям вот несколько водопадов. Спуски здесь хорошие. Перила добротные, поэтому не страшно. Вот, видите, водопад как падает. Горы. Ну, как всегда, мостик желаний. Водопад Снегурочка. Вон табличка. Воздух такой, ну прям свежий-свежий. Точно прям морозцем отдает. Снегурочка, наверное, дышит. Наверху солнышко. Здесь свежо. И дальше будут спускаться водопады. Один за одним. Следующий пошел. Деревья нападали как. Зима все-таки. Вода прям хрустальная. Вход закрыт сюда на водопады. Но мы прошли, вроде нас не поругали. Кто желает посмотреть, то можно, в принципе, прийти подняться.
да, дистанцию соблюдать. 2 метра. Горы. Красиво.